Добрый день, на связи Play The After. Сегодня у нас на обзоре Toyota Wish 2009 года в сером цвете. Бензиновый двигатель объема 1,8 литра, мощностью 144 лошадиные силы, АКПП передний привод, имеется спойлер. Литые диски, хорошая резина, пробег 165 тысяч километров. Пройдемся по салону. Темный ухоженный салон. Ткань. Не прокуренный. Три ряда сидений. Кондиционер, климат-контроль, мультимедиа, спорт и эко-режим. Подрулевые лепестки. Антиюз. Электрорегулировка зеркал.